Agafia asked us to help her set new fishing nets early in the morning. Fishing was one of the main occupations in the Likov family. Karp, the family father, taught all of his children the essential skills they'd need to survive the taiga. Це він, та сама і старша, і був перший, потім Наталія, Дмитрій, і я послідний. Мамі та 43-й год, видно, був. Тоді, як прийшло время роздати. Була колода большая, масили лен, коноплю масили. В этой колоде-то. Там тетя налил воды теплой. И маму-то посадил в воду. Тогда в воде мама родила меня. Ну, отец-то караулил. Как родила, выдернул из воды, там меня вот так вот получилось. Дядя-то Сён, он от меня-то, отец-то креститель. Некому было крестить-то, Дмитрия крестил и меня. Но потом, тогда все выросли, когда уж все-то братья в северу стали жить, а тетя с нами стал жить. Хитер, бродяга этот старый, Карпов. Дело в чем, братья, все-таки, какие бы ни были, они братья здоровые. А тут две девки, тоже здоровые. И он их отселил. Они были запрятаны, вон вдвоем жили в тайге, два брата. Тут правильно, потому что пошло бы смещение. 30 лет назад она мне однажды мой смей, я тогда работал. Пошли на Солонец. И караул узнал. Ерофей was eager to share stories about the Likov's life. To be honest, we'd heard a lot of them before because journalists have been following the old believers' lives from the moment they were discovered. But then something unexpected came up. Она рассказывает так. Когда жили они, сестра живая была в Натальи. Братья жили, дети в Семеровщиках, понимаешь, отстоимые. Но я, говорит, сплю, понимаешь, на лавке. Тятя обычно спит возле печки, такая широкая лежа. И Наталья там. Просыпаясь, говорит, что такое, какой-то шум непонятный. Присмотрелась, а тятя-то голый на Наталье-то пашет. Понимаешь, на дочь ходить, на свою. Видите, надо ровно на кафе идет. Детки-то так и не гляжа, мы сегодня. Это, на вы, Агафья, эти разговоры, они что-то много времени отнимают. Нам сходить надо все-таки узнать. Да. Вечером связь будет. Сходи с ребятами, посмотри площадку. Кто вечером их спросит, где садиться. Да, я вот третьего дня опять вырубала вечером. Но надо глядеть. We went off to check out the landing site. Choppers don't come here very often, only when there's an emergency. But now the recent floods have changed the riverbank landscape completely. It's hard to see where any helicopter might be able to land. As we made our way back, perhaps because she knew that Ерофей had told us too much, Агафья had something she wanted to say. Ерофей вовсе дело хотел предательством сотворить, как старцы Сусану оклеветали. Я вот письмо написал. Прилетит вертолет и на тебя наручники наденут. Потом будешь со мной жить. То сожгу письмо. А если не будешь со мной жить, вертолет прилетит и на тебя наручники наденут. И погонят тебя на базу. А за что? Что я к ему никак на это дело, какая бы ни была борьба, обнимки, поцеловки, а дело-то хотел сотворить. We wanted to ask Ерофей if what Агафья had said about what had happened was true. Я тебя позову. Да. Вот сейчас шлю, да. Это меня. Вот потому что. Да. Он говорит, хотел меня, говорит, посажу тебя в наручники или будешь жить со мной. Да вы что? Да, вот только что. Ай-яй-яй, вот это сплетня, так сплетня.
Но ну вот что тут можно сказать? Это настоящая сплетня, вранье. Борьба. Ой, Господи, ну это... Ай-яй-яй. Вот. Не было. Что не было? Это не было, ребята. Это левита настоящая. Сила страны. Как вчера он сказал, вот эти... Вон она. А вот он не знает. Здесь там много, да. Молчи, умно, да? Да. Ну? Пропласат кто-то. Говорю, найдут, сядут куда надо. На русываю эту пласатку. Изорвала протоками Бугар канала, Бугар. Все понятно, вы мне рассказывали. Бугар канала. Мне понятно, все понятно. It looked as though a confrontation was brewing. So we decided we'd step back a little bit. По миру клевета пошла на меня. А вот терапию я это как раз прием высказала. А теперь Ерофей на меня злюсь. Вот и сейчас высказал, вот у Сливы. Я вот с тобой целый месяц не здороваюсь и не буду здороваться. Ну, я ему сказала. Чего ты со своей злостью погинешь? Агафья obviously wasn't interested in sorting things out with Ерофей. She had too much to do in her home. She still lights her fire with a flint and steel when she wants to cook anything. She makes her own bread from flour that's donated by people who want to help her. It's always brought in by helicopter, but only when there's a very good reason for them to be there. And she has her own particular reasons for not accepting some things. Муку я ту, которая со стрихкотом, я ее отказалась. Писать антихристово стрихкот. Сейчас от сотворения мира 7522 нынеси. А от Рождества Христова 2022. 8 лет украдено все тут. Пока еще вот свобода сейчас христианам, а время приближаться к тому, люто будет мучение на христиан, когда вот этот микросип-то вот заявлять будут на руку и на лу, вот это самое последнее в апокалипсисе. Тут уж близко будет Христово присутствие. Только христианам, которые истинную веру Христову сохранят и с добрыми делами, с покаянием, да, только тем будет вот Бога милость. Вечно будут с Богом царствовать. Грешным-то весна мука. Это выдумают за конец света. То на Петру день, то он в декабре. Конец. Козы все орут, доится коза, надо ее доить, потом поить ее,
Два раза его поедет. А теперь там тебе надо все это. Будь не псаломина на ходу, на дела. Дела-то дела, а моленья-то остается. Это бы моя работа сидеть ткать. Я ткать-то только приходится, если, когда вот псалмы считаю. Если я так свободно, вот, а нету времени. Зимой мороз, надышишься мороза. И в дважды из себя отдаешь энергию-то. И псалмы считать. И воду таскать или дрова таскать, задыхаешься полностью, и два дыхания переводишь. That evening, despite the rain and recent conflict, Агафья went to Ерофей's for a communication session. Every Wednesday, Ерофей uses the radio to talk to his son Николай, or to the nature reserve inspectors. It's their only means of communication with the outside world. Today it was the inspectors who answered his call first. Как вода? Вода большая, нет, так что? Тут не жутко далеко, прием. Мой добрый, слава Богу, значит. Я же бродяга. Я платил ему элементы, а воспитывать не воспитывал. А вот сын мой, Николай, он на меня страшно разобиделся, что я ушел, а он уже был пацаненочек маленький. И помнит он меня. Как-то натянуто такое положение у нас. Он все делает, что не попрошу, но я чувствую, как-то у него камень не содержит про запас. И в Афганистан-то ушел добровольно, понимаешь, добровольцем. Доказать себе все-таки, что, ну как бы сказать, показать свое я. Николай couldn't be reached on the radio this time. Я вот сейчас, как маленько другой раз, я ему буду вот делать. Тебя нет дома, но честь, жена, в конце концов. Только она выходила на себя. Короче, я разговариваю, может, всяко разное. Я с ним пишу.